больше с тобой никуда не пойду. Давай, давай, спускайся. Надо не подавать виду, что мы их боимся. А во сколько сейчас закат? Сегодня. Сегодня? Ну, раз коровы спускаются, то я тоже спущусь. Какой запах, да, красота. Девочки, всем привет. Вечер на лимане. Кто? Пчел, ну так ты там же, конечно, аккуратно. Слушайте, мы приехали на лиман вечером, на куяльник. Видите, какая красота. Тут такие волшебные ароматы стоят. Много очень вот такой вот гвоздички или что это такое, девочки. Смотрите, цвет какой, видите? Прям заросли. И это все пахнет. Но мне напоминает это гвоздичку. Она такая мелкорослая. Так, мы с вами пересадили орхидейку. И я поехала с Сережей погулять на природе. Видите, какая красота здесь вообще. Тишина, мы уехали подальше, там, где фотосессии идут, гоняют на квадроциклах. Мы поехали там, где нет никого. Слушай, Сереж, это что, вся поляна из этих из этого вот растения, да? Класс, смотрите. Видно вам, не видно, что я снимаю против солнца. Надо вот так идти. Смотрите, какая поляна. Видите? И оно все такое нежно-нежно. Прям голубенькое, не голубенькое, я не знаю. Но такое красивое. Такое красивое. Красота. В общем, девочки, снимаю вам сорняки. Сейчас мы к воде. А мы не подойдем к воде, да? Там грязно. Пчелы опыляют. Но это не пчелы, это осы, наверное. Там грязно, да? Но мне кажется, болото. Бабочек куча. Это знаете, как это в Нарнии полянка. Полянка такая. Что ж это за растение? Прямо оно здесь стелится. Такой большой поляной. Просто красота. Видите, как здорово. Вам такой вечерний. Вечерние зарисовки. Я пробираюсь. Не хочется наступать даже. А вот здесь такое что-то, какое-то растение, я не знаю, какой-то суккулент. Он такой на червячков похожий. Видите, интересный. Тоже полянками растет. Гляньте, какая красота, да? Супер. Вот так вот. Как ваш день прошел сегодня? Выходной. Как прошел ваш выходной? Надеюсь, вы отдохнули. Так, ветер. Разворачиваюсь. Надеюсь, что вы отдохнули. Кто-то, может, из вас на природу попал, выехал. Здесь соленое все, поэтому растет специфическая растительность, которая может выжить только в этих условиях. И эта специфическая растительность вот так вот выглядит. Видите? Флора и фауна Куяльницкого лимана. Вчера мы на море были. Я вам показывала, там такая рыжего цвета, даже красного вода. Это потому, что там размножились бактерии вот эти вот. Ой, забыла, девочки, как они называются. Ну, так каждый сезон происходит. Но когда-то какой-то сезон меньше таких дней, какой-то сезон больше. Но в этом году прям так явно. И, кстати, паутинка летает здесь. Бабье лето. И хочу вам сказать, что фосфорится вода в море в ночное время. Но я, конечно, ночью не поеду туда, чтобы это увидеть воочию. Так, ну к воде подходим и
становится прохладнее. На Куяльнике давно мы не были. Куяльник любим. В этом году из-за жары, из-за занятости даже не принимали в Куяльнике мы ванны из ропы. Здесь я иду, прям наступаешь, и очень мягкий грунт. Сережа, там соль выступила? Да? Сейчас посмотрим на соль. Видите, какой каньон у нас тут? Просто супер. Жабы квакают. Так, я наступаю. Тут я уже проваливаюсь, да? Ну вот, соль вдоль берега. Уже скоро закат. Да, я ближе не подойду. Я буду вся в этом, в грязюке буду. А хочется... Так. А ну. Перья чаек кругом. Не, еще чистые ноги. Ну вот, видите, соль. Очень соленый. Ой, пахнет так классно. Солью. Красота. Да, мы добрались до соли. Класс. Сколько соли. Да. Мы сейчас лезешь, ага. Будем это ехать в машине без обуви. Обувь будет грязная. Но я вижу, что я тоже уже зашла далеко. Ой, надо выходить, Сереж. Что-то мы тут, конечно, да, смелые. Мы далеко не пойдем уже 6 часов. Я боюсь. А вон собака наверху. Пес Барбос. Слезай давай. А вон сверху. Маслины? Ты будешь есть маслины? Это наши местные. Наши местные маслины. А сорви мне тоже. Я попробую. Я в детстве, помню, их любила кушать. Но они вяжут во рту. Да. Ну так это не сладко. Мы сегодня сладкие ели. Реально мы едим. А это не сладко. Нет, да. Но столько много их. Угу. Они потом даже зимой висят. Да. Может, после мороза будет сложно. Ну, птички поедят. Куда мы дальше пойдем? Туда? Да. Настоящие герои идут в обход. Мы думали, мы здесь одни. Ралли. Тут всегда какие-то эти туристические туры. Угу. То велопробег, то на квадроциклах, то на мотоциклах. А мы пешком. Не, мы на машине, да. Ну а сейчас пешком же мы идем. О, у ребят привал. Да, это снимают. Фотограф. У них свой фотограф. А, у них свой фотограф. Но мы их тоже заснимем на видео. Так, девочки, у меня Сережа, он любитель везде полазить. Так что идемте. Не отвертимся. Идемте наверх, будем смотреть на лиман сверху.
с каньона. Ой, я не могу. А вы думали, будет просто? А нет. Ау! О, ты уже там. Надо было хоть водички взять. А как вниз спускаться? Тут так скользко. На попе? Я не буду на попе спускаться. Фух. Солнышко. Как так? Ну, вот сюда, да? Да это какая-то лиственница. Красота. И что ты хочешь там мне рассказать? Вид красивый. Ой. Где фазан? Ну, я его не увижу. Далеко. А сверху сидит орел. Где? Или копчик вон прям на дереве. Он, видишь, полетел. А, полетела. Да, фазан отпрыгнул, не знаю, это отвлекает. Фух. Сверху грунтовая дорога идет. Здесь поля. А, не, я что видел, где там под забором есть. Тут нема дороги. Ну, раз коровы спускаются, то я тоже спущусь. Как прошел ваш выходной? Не, я полдня сегодня занималась уборкой. Ну так, купила там салфетки для стекол Фрекенбок. Так их рекламировали. В такой, девочки, коричневой упаковочке. Они органические. Мне показалось, что они как будто соком лимона, как бы вот пропитаны. Я почистила, ну, такое. Не самое худшее, но не супер, в общем-то. И потом пересадила парочку орхидей. Пообщалась с вами в комментариях. Загрузила и выложила видео. О, шиповник я вижу. Вот здесь вот, в кювете шиповник. Что там? Ничего интересного? Тут все интересно. Поля уже поубирали, видите? Поля уже убраны. В общем-то, вот такие вот дела. И вот вечером мы решили, так сказать, прогуляться. Меня Сережа любит такие прогулки. Здесь вообще такой шикарный вид. Здесь фотосессии. Здесь, боже, тут всего. Фотографии, Инстаграм весь в этих фотографиях. Особенно, когда закат. Здесь просто девочки приезжают с фотографами, с семьями, в нарядах. Вот и сейчас мы там были с той стороны. Вон там мы были. Там прям вообще, уже куда я зашла, куча народа, все фотографируются. Кто-то учится водить транспортные средства, кто-то фотографируется. А нам лишь бы подышать воздухом. Боже, какая красота, посмотрите. А? А? Мощь, мощь. А небо какое сегодня, видите? Главное, чтобы оно было мирным. Сейчас уже солнышко, да, плюхнется? А во сколько сейчас закат? Сегодня. Сегодня? Не, ну подожди, сейчас же уже все раньше, все сдвинулось. Просто шикардос. А гляньте, как здесь здорово, да? А вон там наша машина внизу. А мы сверху. Красота. Петухи кричат. Пещера где? Это дождями, да. Не, мы туда не полезем. Однозначно. Ты же куда? Ну куда?
Ну зачем? Не, я туда не полезу. Ну, пойди разведай, расскажешь нам. Я тебя не смогу спасать. А я не умею водить. Глубокая, да. Прям кубарем и туда скотишься. Кстати, это мы весной, когда приезжали, здесь вот эти, помнишь, маленькие такие ирисы, да, они такие небольшие, вот такой высоты, желтые были, фиолетовые, какие еще? Ну, там два цвета, по-моему, было, да? Белые тоже были, три. Они вот так на склонах росли, это класс. Сейчас, конечно, уже никакой растительности нет. Ну, в смысле, цветущей. Кроме вот этих гвоздичек, что мы там внизу смотрели. Там вон парочка тоже сидит, вон, отдыхают, пришли. Так, к краю не надо подходить. Что мне колется всю, блин? Ну, я аккуратно. Да, главное, чтобы телефон не упал. Ну, кому он тут нужен? Слезем и заберем, да? Вот оно тут все осыпается, вот так. Дождь, когда идет, оно все обсыпается. А вид снизу тоже обалденный, когда смотришь на этот каньон. Ну, так мы его называем. Каньон. Наш Куяльницкий каньон. А есть какое-то название у этого каньона? Куяльницкий? Не знаю, Сережа, что я придумываю. Так, девочки. Сейчас вот люди уже приготовились, пришли смотреть закат, получать удовольствие. Мы с вами тоже посмотрим на закат. Я думаю, что осталось совсем чуть-чуть. А здесь что? Вообще, да, смотри, как страшно. Этот кусок может в любой момент обломиться, и туда вот полетишь. Ну, Костя не захотел с нами ехать. Они все в интернете, в Ютубе, да, девочки? Тот, кто делает контент, им некогда. Обалдеть. Такие обвалы. Как вот дождь шел, да? Кстати, сейчас следующая неделя, по-моему, начинаются дожди. И вот так вот смывает эту глину. Капец. Красота. Так, что солнце уже садится, оно в тучи село. Оно в тучи садится. Ну, видите, как классно. Тишина. Мой репортаж, наверное, слышно везде. Внизу. Потому что здесь очень тихо. Но тут немножко ветерок дует. А смотри, это что и все. Это получается, оно село в тучи и все. Эх. Обычно оно ж так вот, когда нету туч, оно вот так вот красивенько плюхается туда, за горизонт. Ну, тоже прикольно. Так что, кто досмотрел до этого места, тут молодец. Я одела окуляры от солнца, и оно как-то даже красивше. Я туда не пойду вниз. Нет. Там слишком крутой спуск. Я не пойду. Возвращайся. Ну, далеко. Я лучше... Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Я туда не пойду, там покачусь кубарем. Зачем мне это? Я пойду туда, где коровы ходили. Не ходят там коровы. Коз. Вон собака убежала, пошли. Ты что, собак боишься? Ты захотела меня затащить туда, я туда не хочу. Пошли, давай. Нет, ну ты иди, я пойду спускаться туда. А там много собак. А где они взялись? О, смотри, сколько собак. Они бежали за тем, за той собакой. Ну что теперь делать? Едь за мной теперь машиной сюда. Снизу. Давай, садись, иди на машину, едь за мной сюда наверх. Нет, я не спущусь. Я тут не спущусь. Ты должна спустить телефон. Блин, они не нападут на нас? Они за той собакой бежали сюда. Ну это домашние собаки? Не знаю. Блин. Сараза. Не, главное не подавать виду, что мы их боимся.
больше с тобой никуда не пойду. Давай, давай, спускайся. Давай. А что ж ты задом? Ты снимешь мою смерть. Фух. Я больше на такое не подписываюсь. У меня уже все ноги. Да я спокойно спустился. Ну это что? Ты, а это я. Но там была стая голодных собак, поэтому она тебя бы съела. Да где она заканчивается? Уже грязная. Господи, сколько еще? Да вот, спокойно иди, ровно вниз я иди. Лезу, да? Да. Спокойно развернись впередом, вперед и я спокойно... Передом. Я только, я буду как там, передом ты не можешь? Ну я же спокойно спустился, как по ступенькам. Ну это ты, это я, понимаешь? О, тебе даже... огромная разница. Здесь уклон ступенек. Тут нету никаких ступенек. Ты смотри, кузнечика не раздави. Кто-то палку добрый человек оставил. Так это такая палка, что... Пошли на мои ноги. Да почистишь я дома. Я была в белых носочках. Дома почистишь. Зато сколько адреналина. Собаки эти придут. Нет, они сюда не придут. Они пошли все по своим делам дальше. Спасибо, у тебя же палка есть. Где моя машина? Да вон она там сейчас пойдем. Посмотри, я вся грязная. Посмотри, на кого я похожа. Девочки, мы еле-еле спустились. А тут такое. Вот. Сейчас это вот. Класс, да? Экстримчик такой. Ой, сейчас нашу машину чуть не это вот, не протаранили. Вот этот отстает, отстает. Собаки, слава богу, убежали. Какие-то, не знаю, бродячие, может, а может, с села. Хо-хо! Ура! Я вся грязная. Руки грязные, все грязное. Ну, представляете, вот с такого каньона спуститься. Не хухры-мухры. На карачках. Суп меня так помыл после моего восхождения на гору. Девочки, варю кисельчик и баиньки. А вы что ужинаете сегодня? Напишите в комментариях. А у меня ягодный кисель на ужин.